Всем привет, с вами Сёма, это канал Шмалинка Плей, и хочу напомнить вам, что видео сходит по расписанию. По МСК первое видео входит в час дня, а второе в 3 часа дня, а по чтинскому же времени первое видео входит в 7 часов вечера, а второе в 9 часов вечера. Так что не пропустите. Но сегодня мы с вами продолжаем Луна, The Shadow of Dust. Выучил название, прикинь. Сидел прям, учил внимательно, а потом пересказывал себе, потом снова учил. В общем, выучил, да, как учу я географию или там что-нибудь еще, так и выучил название. Комментарии по поводу игры не читал, так как серия не вышла, выйдет она через 2 часа. Так, собственно, вот. Продолжаем. Нужна лестница, я упал. Внезапно, хорошо. Я упаду. Допустим, больше тут ничего не тыкай. Че? Окей, тыкается вот это, хорошо, давайте тыкнем. Опа, оборвалась, разбилась. Дай угадай, ты туда теперь не перейдешь, потому что разбито. Да, нихера, перешел. Так, полюбасу, тут будет игра с тенями, полюбосу. Так, ну-ка ты, давай-ка. Так, ты у нас можешь. За нами глаз следит, кстати. Если что. Ты видал? Сидит, падла. Дай-ка ему в глаз. Так, спокойно. А тебе-то теперь что нужно? А, погоди-ка, может... Ага, нет, не может. Сундук, кстати, сундук. Так, я подняться не смогу, но этот смог. Логично, что теперь ему нужно что-то пододвинуть. Зачем свет этот сделали? О! Я ж тебе говорю, игра с тенями. Это еще как? Ты что, охерела? А, погоди-ка, в какой она была? Вот в этой? Загорелась свечка. О, надо успеть. Не надо успевать. А, так я могу играть, ядрить твою, ладно. Но я не знал. Ну и чё? Зажглась свеча. А, может теперь тебе что-то можно сделать? А, я понял, смотри. Нужно, чтобы меня ворона куда-то пихнула. А, не надо. Так, подожди, что тут еще есть? Ну-ка, за тебя. О, это дверь. Так. Так, ну нет, за него теперь что-то нужно сделать. Это он назад уходит. Что за хрень? Так, спокойно, подожди-ка. Нелогично, что... ядрить твою! Ну все, понятно. Нужно... нифига себе, я бы долго на самом деле думал. Ох! Да ладно! Не, да а ты что, отсюда не допрыгнешь, что ли? И ну я тебе говорю, смекалка, логика, звездон. Запрыгнешь ты на него, ядрить твою.
А, он допрыгнет отсюда. А, так, получается, теперь ему О, господи, что теперь по 25 раз переигрывать все это дело? Так. А, и теперь мне нужно вот так. Во, надо успевать, я понял. Так, да будет, птица прям мразь, птица прям падла. Так, хорошо, как же она там, как же нам там быть-то? Опять замкнуть птицу, но птица как бы не это. Допустим, вот смотри, я замкнул эту херовину. Стоп, надо тут, надо поближе подойти. Хотя это не влияет, ладно. Закрыл эту. Теперь надо сделать вот так. Я тебе прыгну туда, он упадет. Логично, логично. Погоди, а может надо убежать как бы? А не, он все равно меня херачит. А как тогда? А, может на лету ее сбить? Да не херня, по-моему, какая-то. Как убить херову ворон? Да подожди ты, ты не залетишь, ясно, все с тобой. Как убить ворону? Не, логично, что ее надо завалить. Я понял, нужно, чтобы она пролетела как можно дальше. Блин, успела, падла. Или нет, или не нужно. А, так а в любом случае я там никак не допрыгну до отсюда. А не, почему допрыгну? Как избавиться от вороны? Скажи мне, пожалуйста. Так, выросли кусты, спокойно. Выросли кусты. Я, а я могу? Ей, я... А, погоди, спокойно. Так снова за тебя. Ядрить твою, дебилистика. Стоп, спокойно, не ты, вот ты. И ворона? Я понял, надо, короче, успеть. Вот тут надо успеть. Вот это прямо 100% я уже понял. Тут надо успеть. А тут нам поможет как раз-таки пробел, кстати. А я микрофон включи? Да, включи, нормально. Да, погоди-ка, спокойно. Да, все, раз-раз, да. Мать твою, я обосрался. Сейчас думаю, что только игра записалась. Я понял, что тут надо делать. Тут нужно просто успеть. Перепрыгнуть за цветок. И дело с концом. Тут как раз таки нам поможет жмякание кнопочки пробел. Опа. Здесь я поле, здесь все легко. Теперь пробел. А-а-а, вот оно как. Я не понял все равно. Магистр? Я не понял что-то. Я как-то что-то как-то все быстро произошло, я никогда не понял. Ну да ладно. Ну что есть, то есть. Ой, так осталось-то! Или что? А, не, еще нормально осталось. Я думаю, сейчас маленькая серия получится.
Ну да, еще нормально осталось. Может, даже еще на третью хватит. Если там головоломки будут очень, очень сложные. Ну хорошо. Он мне дракон из смешариков напоминает. Этого, как его звали-то? Хрум, во! Да, 100 лет назад их смотрел, конечно, уже. Это что? Рисунок какой? А, так там кто-то живет! Свет-то есть! Так, кот испугался. Не дрейфь! Нормально все будет. Не прикасайся, ты что, у тебя вот и так 4 пальца, а будет его меньше. Ядрить твою, убили пацана. Ну убили пацана, ну куда вот вы лезете? Ну убили пацана. Вот так бывает, окей. Ни хрена себе, как у соседей дверь громко хлопнула. Вы слышали? Надеюсь, нет. А вот я слышал. А вот я слышал, да. Ну ладно. А, это просто комната как... Ну, окей. О, а ты что так выборочно-то? Теперь мы, короче, играем за кота. Играем за кота. Мы должны либо его освободить, либо просто пройти и выбраться отсюда. Потому что, мне кажется, ну... При таком раскладе он... Мне кажется, мало будет. Маловероятно, что он останется жив. Но все-таки. Ну-ка, погоди, ничего не работает. Ладно, пойдемте. Он любитель прыгать. Мне кажется, он ничего там. Ничего такого быть не должно, потому что. О-о-о! Вот это загадки были такие, такие были. Сыр, внезапно. Мышь. Ты так же хочешь? Или чё? Не, мыши не умирают. Так, а не умерла, смотри-ка. Не, живая. Мышам похер, мыши так не умирают, если чё. Так, а мне надо так же запрыгнуть, я понял. По теням опять. А. Ераба тут, япона мать. Так, а как он работает? Я чуть не понял. Как он работает, черт побери? Не понял, а что я должен сделать? Как он работает? Допустим, нам пока рано. О, чё? Чё? Типа, может, сейчас попробовать? Естественно, логика, звездон. Так, и чё теперь? А делать-то теперь чё? А делать-то теперь чё? А выйти не отсюда теперь как? Escape, here escape.
А, выйти вот так, окей. Так, ну окей, это не то, что нам нужно. Тоже не то. Что нам вообще нужно? Вот такой вопрос тебе задам. Ой, поздно я, походу, остановил. Ну да ладно. А, подожди-ка, вот дом-то этот. Может, его надо как раз остановить? Не, логично, что надо его как раз-таки... А поздно уже. Поздно уже, да, все, я просрал. А что нам именно нужно остановить? Подожди. Как бы в курсе то, что этот херовина крутится в обратном направлении? А там как прыгать? И можно ли там вообще прыгать? Так, подожди, а мне интересно, а как вы это... Так, малей ходи туда. А, погоди, я могу из кровати сюда прыгнуть? Так, корм какой-то странный. А, что мне именно нужно делать? Можно ли спросить? Не, ну допустим, смотри, вот так сделал. Типа на звезде поднимусь. А толку-то чё? Я не понял. Ну вот я залез сюда. Не, а по-моему, толку-то никакого нету, если... Ну залез я сюда, ну и что? Дёрни за хвост оттуда. А тут что есть? Нет. Не, логично, что нам нужно добраться вот туда. А как это сделать-то в смысле? Алло. Я чуть маленько не понимаю. Не маленько, я вообще ни хера не понимаю. Что нужно делать-то здесь? Запустить лодку и доплыть до ней, типа на ней доплыть. Или что? Или типа нет. Тут он чуть-чуть смокает чем. Че, понять ничего не могу, что нужно сделать-то мне? Допустим. Ну, остановил я вот здесь, и чё? Так я сделать-то ничего не могу. Обожди, не надо. А, подожди, а я понял. Я примерно понял, смотри. Нам нужно потом в финале будет запрыгнуть на мышь. Я понял, что нам нужно сделать. Нам нужно сделать так, чтобы до мыши дошли те объекты, на которые я могу прыгнуть. Логично. В принципе, логично. Так, спокойно. Вот отсюда я сюда смогу прыгнуть? Вот немного не так. Немного вот я рано остановил. А сейчас поздно, твою мать. А, не, нормально.
А я не понял, маленько, что мне нужно делать-то? Короче, после долгой догадки, точнее, быстрого искания на Ютубе, понятно было то, что то, что у меня, оказывается, работает... Что работает правильно? Работает вот эта вот херовина. Херовина называется труба. Я вообще, в принципе, ее не брал в расчет, потому что... Зачем? Потому что зачем? Отдай сыр, падла! Что, обосралась? Да, обосралась. Все, мышь теперь нам не мешает. И теперь нам нужно выбрать правильную позицию, залезть в окно и выйти отсюда. Это богист. Как это? Я даже слово подобрать не могу. Обиделся? Ну иди нахер тогда отсюда. Я не знаю, это... Как это вообще? Где это? Зачем это? Когда это? Это просто жесть. Слезь отсюда. А ты что делаешь-то? Ты дебил? Чё это за баг сейчас был? Так, теперь осталось просто выискать правильную позицию, чтобы запрыгнуть наверх. Вот и все. Так, ну вроде я, возможно, что-то пропустил уже. А, во! Спокойно, тихо, да? Нет? Хоп! Вот! О, сейчас он не долетит до нее. Ну, естественно, он не долетел. Слезь отсюда, ядрить его в корень. Ну да, вот, окей, все. О, я херею, надо ядрить твою. Это верх просто, это верх разума. Я херею, на самом деле, серьезно тебе говорю. Это верх, это верхушка просто, выше некуда. Так. А, я думал, дырка. Темно, везун, жопа. Чё? А? Чё это было? Зачем это было? Перейди, пожалуйста, сюда, ну ядрить твою. Куда он ушел? Внезапно сейчас. А чё там делаешь? Я посмотрела, она 3 с чем-то часа идет. Если что, поэтому 3 серии будет, а не 2. Так, а он уже умер, все. Или нет? Ух ты, как ярко сейчас было. У меня просто закат уже, темно. Почти. Так, ну не, он еще живой. Воспоминания есть, значит он живой. Допустим. Его нашел кто-то. Это тигр? Его приютил человек-тигр. А, он его потащил в тот замок. Но, судя по всему, случился какой-то звездон, потому что замок теперь, походу, враждебный. Он его всему научил писать, читать, ходить за руку. Он его научил магии. Так он, оказывается, маг. Так он мог все эти головоломки силой мысли решать. Взмахнул рукой, все.
Но она его вырастила, короче, я понял. Вроде босс этого замка, как я понял, или чё? Сейчас глаза открутят сзади, смотри. Вангую тебе прям. Нет? Ну ладно. Чё у тебя пальцы как у черепашки ниндзя, я не понял. Чё он сделал? Я не понял. Рисовка классная, на самом деле. А, это он выбрался, нихера себе. Ну да, точно, да. Я родился. Мышь циклоп, внезапно. Но он выжил. Это же зонт какой-то сейчас был. Что это такое? Он на Луне! Нихера себе! Вот это самое быстрое путешествие в космосе, которое когда я... Ну да, он на Луне. А, это типа мифы, что Земля плоская, я понял. А, это вообще альтернативная реальность. Что это такое? Я не понял. Вообще, на какой планете-то где? Прикинь, попал в море на другую планету. На Луну, что это такое? А, ну да, это Луна. А, теперь эта параша заражает планету. Темные силы, темные души. Нормально все будет, решим головоломки, убьем всех уродов. Правильно. Решим головоломки в замке, что-то дело рассосется. И древь, сейчас там кот все сделает по бырику. Я тебе отвечаю, серьезно говорю. Да ладно. Опа. Мышь. Да, она не кот. Она вопрос. Мышь вопрос, хорошо. Я буду тебя звать вопрос. Так, так подожди, может я научусь с ней общаться? Фу. Замок. Да. Вопрос? Опа. Нихера себе. Я думал, что синтаксис начался сейчас. Ой, никакой синтаксис, Идрик, не то. Пунктуация, знаки препинания всякие разные. Чё, душа это что это такое? Это лодка, нихера ж себе. Прыгай давай. Со мной идёшь, нет? А, ну не, мне так и надо, окей. Нихрен тут у тебя захрома, конечно, закрома. Пошли со мной, чё ты прыгаешь-то? Что это за полулуна? Да нихрена, под пещера отдыхает. Пока, мышь! Ни хрена себе, ты видал, что делается? Так, это смайлик. Типа два глаза и рот. Бац. И чё? А, мне типа дальше лететь, я понял, окей. Или нет? А, нет. Греби. Ну так солнце, логично, что оно желтое. Прыгай. Что нужно сделать-то?
А-а-а! Нахрена ты возвращаешься-то? Зачем? А, типа, давай, сейчас увидимся снова. Типа, переключить и вернуться. Это руль, я хорошо, это штурвал. Я понял. Так, получается, жмякаем. А тут я не могу, да, использовать. Ну ладно, окей. А, логично. Логично. Так, два солнца. Не, ну логично, что снова вот это. Но в чем прикол этих загадок? Не, серьезно. А! Дуралей, я должен смотреть по рисункам, а я наугад. Вот такой просто же нету ничего уже. Оп. Оп. Ну, логично, что вот это было. А, не, надо смотреть по рисункам. Чего? Чё это за загадки такие тупые, на самом деле? Чё за хрень, я не понял. Чё это за космический корабль? Чё Звёздные войны-то начались? А вот тут уже началось. Чё делать надо? Допустим, я включил это. Зажигай. И? Угадать нужно? Синий. А должен желтым гореть. Я понял, хорошо. А, мне нужно вспомнить, что было каким. Я понял. Вот это. Или синий включить. Давай, допустим, я вот это включу, вот эту херовину. Вот этот вот шторм. Так, а сейчас у нас это повернет, да? А, нет. А, ну имеется, ну все равно, карайся, он назад поехал. Так, смотри, а вот это получается синий, желтый. А, я понял, хорошо. Допустим. Так, ну давай смотреть, потому что я что-то не понял. Окей, давайте все просто перечислять, тут не очень такие много. Так, не-не-не, это-то у нас уже тухлый номер, это было уже. Вот этого не было. Чё надо сделать-то ему? Комбинацию, может, какую ввести? А, или мне прыгнуть туда? Чего? Синие трубы. И что это должно значить? Ну, синие трубы, ну и дальше что? Типа, можно мне здесь включить что-то и уплыть назад. И там что-то посмотреть. А, да, смотри-ка, это другое, это, не, это не тут, тут такого не было, кстати. Давай будет переключили на желтую. Ну, логично, я понял, хорошо, нам нужно в каждом повключать желтую. Это верх, я тебе говорю, это просто потолок. Выше уже этот чертов космос стоит.
Ну да, нужно просто везде включать желтый. Я тебе серьезно говорю, это просто верх. Выше этого верха только космос, а там нет ничего. Ну мозги-то еще есть, мозги-то еще варят. Ну конечно. Ой, дрить твою. Врубай быстрее, поехали. Плывем. Ну вот и. А, так а тут, по-моему, все синие. А, не, желтый. Чего мне показалось, там все синие были. Ну, желтый, так желтый. Это что за автомат звезд? Ладно, окей. Пересадка там, видать, кончился. Я серьезно говорю, дальше только космос с вот этими машинами. Выше уже некуда. Это верх, потолок, все. Ты весло можешь подгребать, будешь, нахрена оно там нужно-то? Куда теперь мы с вами движемся? Наконец-то! Я лучше бы он туда в первую очередь пошел, на самом деле. Серьезно говорю, лучше бы он туда пошел в первую очередь, чем пошел сейчас. Это было бы гораздо лучше. Здравствуй! Приехал! Ну я говорю, главный мозг-то тут он, это просто кот. Ты чё? А, припарковался. Ну, собственно, ладненько. Давайте на этом закончим. А в следующей серии продолжим. Кашель начался, это не к добру. Я думал, она, кстати, покороче будет, но... Ну, как-то так. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на ВК, на Инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии. И в следующем в игре Луна. И The Shadow Dust и других играх. Всем пока.